Привет, меня зовут Эмиль, мне 25 лет, я учусь в Театральном институте имени Бориса Щукина на курсе Кирилла Альфредовича Пирогова. Вот решил записать визитку. Все детство занимался спортом, боевыми единоборствами, имел успехи. Потом в 14-15 лет начал заниматься футболом, играл в Испании, в Германии, я вратарь. Вот потом, после того, как вернулся с Германии, я в какой-то момент понял то, что... Просто знаете, как это было? Я стоял на поле и... А что я здесь делаю? У меня вопрос. И я не смог ответить на этот вопрос, для чего это вообще все. И все бросил, вернулся в Москву для того, чтобы попробовать быть актером. Потому что я очень люблю музыку, люблю кино. Сейчас уже полюбил театр. Нет ни одного дня, чтобы я не посмотрел какой-нибудь фильм. Вот. И все, я бросил, приехал в Москву. Пытался поизучать на эти дороги, как вообще можно заниматься этим делом. Вот. Но до того момента, как я поступил в театральный, нужно было на что-то жить. Много где поработал. Работал в ночных клубах, работал пиар-менеджером, менеджерами разными в разных местах. Вот, ну и все. Потом поступил в театральный. Вот. Ну, если есть какие-то вопросы, можешь позадавать. Вот вы говорите, что ушли из футбола, просто поняли, что это не ваше. А есть ли вероятность того, что так же случится с актерским мастерством? Вот я когда поступил, у меня на курсе много ребят, которые моложе меня. И я просто удивляюсь, как они могут в таком маленьком возрасте заниматься этой профессией, потому что люди неосознанные, а когда тебе уже 25, там 24-25, ты по-другому вообще воспринимаешь всю информацию, которую тебе дают даже те же самые преподаватели. Ну вот, ну, это все к тому, что я уже осознанно пришел к этому, и мой выбор не меняется, он только укрепляется, и я каждый день только убеждаюсь в том, что я на своем месте. И это прекрасно. А какие режиссеры вам нравятся больше всего, и которых вы хотели бы сняться? Ой, мне нравится Кристофер Нолан. Мне нравится. Ну, он просто эти режиссеры, которых я перечисляю, они каждый прекрасный по-своему. Вот. Но мне нравится Кристофер Нолан за его вот эту фантастику, за запутанность. Мой мозг, короче, поражается каждый раз, когда я смотрю его фильмы. Ну, только вот мне последний фильм не очень понравился. Вот. Тарантино, конечно. Кто еще? Уэс Андерс, прекрасная картинка. Ну, Паоло Сорентино, гений. Ну, у всех бы, конечно, я бы с большим удовольствием снялся бы. И, наверное, не отказался бы. А что вас вдохновляет? Меня вдохновляет... Да вообще жизнь, она вдохновляет. Если быть очень внимательным, то любое событие, любой момент может тебя вдохновить. Вот. Но музыка дает какую-то энергию. Те же самые фильмы. А вообще общение с людьми очень сильно вдохновляет.